Какая внезапная тема. С вами опять мы, Александр и Марина. И вы на канале «Из Приморья с любовью». У нас, да, мама, наша мама наши Татьяна, дети. И детки наши. Слушайте, мы внезапная такая темка. Мы, конечно, мама к нам приехала в гости, но мы потихоньку смотрим ей автомобиль. Вот, конечно, хотели для вас тоже немножко информации, может быть, кому-то будет интересно. Многие там спрашивали о том, что а можно ли сейчас. Конечно, с Европы сейчас практически невозможно ничего привезти, поскольку, ну, привезти-то возможно, только растаможка, она как и с Японии, 7 тысяч невыгодно. Евро. Невыгодно, уже поэтому на, не возят. На Россию только, здесь. На Россию можно растаможить. Поэтому смотрим то, что есть. Вот, вчера заезжали, смотрели две Volvo, но это было уже ночью. Вот, сейчас хотим заехать еще на одну стоянку. Ну, расскажи немножко про Volvo. Одна оказалась... Мне нравится. Все не из нашего региона, ну, да? Ну, естественно. То есть, по идее, это в Калининграде все так ощущается, что все должно быть какое-то европейское, да, с Европы должны быть пригнанные машины. Вчера смотрели Volvo, присмотрелся... Ну, конечно, они там обновили ПТС, и ПТС там уже калининградский, тыры-пыры. Вот. Но в итоге там печать стоит замена ПТС-то, и уж никуда не убрать в особых отметках. Вот, машина вообще Челябинской области, поэтому думаешь, да. А вторую мы Volvo смотрели, она, у ней что-то там около 30 собственников, думаю. Ну, тоже там, перебор, да? Свеженькая. Ну, мы смотрели так в среднем где-то на 2007 года. У дилеров, да? На стоянках. Ну, да, на стоянках, короче говоря, не у участников. Как это называется-то, когда покупаешь... Трейд-ин. Трейд-ин, то есть сдаешь свой старый автомобиль, вчера чуть-чуть BMW доплачиваешь. Вчера в BMW-центре были, да, ну так покупаешь визуально, новый. Что BMW-центр, в принципе. Короче говоря, смысл в том, что стоянки, может быть, хоть чуть-чуть подбирают авто, чтобы его можно было продать. Да. Ну, они чуть-чуть тестируют, чуть-чуть что-то проверяют, конечно, по чуть-чуть. Конечно, ни хрена не тестируют, но визуально хотя бы смотрят, чтобы она была в продажном состоянии. Ну да. Да, хотя диагностику небольшую делают, вот, но небольшую. Небольшую. И с одной стороны всегда думаешь, то ли взять у человека с рук, он на ней каждый день ездит, да, каждый день использует, и в принципе все недостатки налицо. То ли взять со стоянки, вроде чистенькая, красивенькая, но она же стоит. Да, мы узнали тут, вроде как, она у нас, мать-то сейчас живет, мама с отцом в Барнауле, чтобы отправить, сейчас есть возможность отправить ее с Калининграда до Барнаула, около 75, я так понял. Автовозом. Стоит автовоз. Да. Доставка. Ну, естественно, они могут автовозом привезти просто в Москву, а там можно сесть своим ходом хоть куда доехать. Либо в Москве, да, встречать. Да. Ну, так-то еще, это, кстати, на заметку тем, которые занимаются перепродажей автомобилей по России, покупают авто. Да, если есть интерес, обратите внимание на калининградский рынок. И если что-то будет заинтересованное, то, в принципе-то, можем посмотреть и... Короче, мы сейчас едем смотреть автомобиль. И решили вам показать. Думаю, а почему бы и нет? Продают, вы да? тоже посмотрите. Да, да. Вот, может быть, скажете, вау, так надо брать. Может быть, задумайтесь о том, стоит ли везти свой автомобиль из региона, особенно праворульный. Не, конечно, можно там немножко поснимать эти объявления, но то, что праворульные авто, конечно, продают, избавляются. По сути. Я имею как в виду, много дешевле, раз уже мы говорили о том, что если привезете правый руль, в принципе, будете ездить вы сами. Если не, ну почему? Себя, покупают да? те, которые тоже переехали. Но так, чтобы его, как многие считают, что купят как эксклюзив, не нет. Купят лучше Kia Rio и будут знать, где ее ремонтировать и из чего. И тем более очень все-таки здесь развита именно тема, что покупать именно новый автомобиль, вот свой старый сдают, ну, да? Опять же, если его возьмут. В основном покупают, конечно, автомобили те, которые есть официальные дилеры, чтобы можно было приехать к официалу и как-то ремонтироваться, да. Ремонтироваться, поддерживать, диагностироваться и поддерживать техническое состояние, да? Менять даже масло и так далее. Мы сами столкнулись с тем, помнишь, на BMW, оказывается, не так просто даже к
какую-то элементарную вещь сделать. Там свои какие-то ключи все, да, отверточки, резьба, которая не оказалась даже у нас в наборе, да? Ну, спецключи, короче. Да, спецключи. Просто можно, конечно, сделать, только начинаешь, купишь какие-нибудь шестигранники или звездочки. Копаешь там, откручиваешь, потом опять натыкаешься на новый. На какую-то гайку, которой нет у тебя ключа. Да, потом говоришь, ну и в баню, вот съездим лучше в Баварию, и пусть они сами там заменяют. Мучаются, да? Заменяют, настраивают, регулируют. А так вроде одинаковая машина. Ну сейчас мы уже подъезжаем. Да, это мы сейчас ездим на стоянку на Тихорецкой. Южный вокзал. На Тихорецкой. Посмотрим маме Porsche Cayenne. Ну и как раз, может быть, чуть-чуть покажем, что на стоянке вообще есть, да? Ну так, немножко, если они будут не против. Да. Так просто процесс. Вот. Но основное, конечно, вся информация, вся в Авито выставлена. Потому что многие смотрят на Автору. Или на Дром.ру пытаются. Да. Да? Нет, вся информация на Авито. На Авито. Хотя я вам скажу, что по сравнению с Россией, какие-то позиции, я бы сказал, интересные. Не сильно дорого. Сейчас вот мы смотрели все. Land Cruiser 100, 4.7. Вот, продавали за 1 000 000. Ну, в комплектации Lexus. Вот, такой хорошенький. В пределах 1 000 000. Вот, по России там в среднем до 1.5 выходит. Вот. Вот там. Кому интересна такая тема, да? Да. Да. Это уже Южный вокзал, мы его сейчас проезжаем. Вчера, кстати, посмотрели с тобой интересный ролик про Кёнигсберг, да? Помнишь? Да. Да. Какой он был и какой как стал. Бы его это смонтировать, чтобы частично оттуда информацию взять, да? Какой красивый был город и какой он стал, превратился. Ну, едем дальше. Едем. Проехали мы Мандариновый мост. Здесь поменяли движение, Саша говорит, перед ним, да? Да, здесь, конечно, все было так, брусчаточки раньше. Вон, смотрите, эти правильно заграждения делают, а то молодцы. Тротуар хоть как-то надо реставрировать. Да, поскольку все-таки машин много вылетает. На Тихорецкой, конечно, строек-то, смотрите, очень много. Угу, мы там снимали на Тихорецкой, тут, да? Тут снимали, да, помнишь, да, это да. Верхоланский. Это КСК, Саша. КСК? Да. КСК, а перед ну, ним... Ну правильно, до Южного вокзала-то поля не копанные. Да, строят. Вот, вбивают, прямо здесь. Да, прямо там... сейчас вот, работы кстати, идут. Срочный, а вот демонтируют срочный старый. Срочный выкуп. Срочный выкуп, трейд-ин, да, трейд-ин тоже, да. Да? Мы сюда это едем? Может, не работает. Может быть, не работает. Вчера все работали, причем допоздна, часов до 6 все равно работали, да? Ну, кому охота поторговать. Угу. Все работали. А вообще, обратите внимание на те автомобили, которые вот на дорогах у нас, да? Самые разные сейчас уже. Все равно леворульных больше, да? Сейчас просто очень много видишь номеров из других регионов, когда был принят закон о том, что... номера привязаны к прописке владельца, да? Сейчас в городе очень много разных номеров. А раньше в основном 39-й были, интересно. Либо Евросоюз. Кирпич стоит. А что мне туда заезжать нельзя? Она там замерзла. Ну что стоит на стоянке в трейдинг? Ну вот Крайслер стоит на стоянке. Только единственное, что да, не дадут поснимать эти. Тарахтелок много. Нет, если что-нибудь интересное, эти колышки, да. Мы снимем. Это вот компания Trade-in Auto. Да. Да, но у них в основном, конечно, хороших. Да. Хороших много автомобилей. Ну что, как тебе легковая? Хорошая легковая. Только что с ней делать? Ездит. Как все делать? Пойдем этого, Cayenne этого посмотрим. Ну, извините, что тут бордюр делают. Ладно. Тарахтят. Мы все не будем показывать. Сейчас Cayenne откроем, если договоримся. Это не работает, да? Да. Ворота открыты, наверное, работают. Ну вот Cayenne-чика мы хотим посмотреть. Он на солнышке оттаял. 629 тысяч рублей. Смотри, какая. 2006 год. 2006 год. Полный привод. 3,5 литра двигателя. Ну, у нас мать, она пенсионерка, они говорят, все хорошо зарабатывают. Конечно. Да? Ну, сейчас визуально глянем что-нибудь. Бодрая. Так, аккуратнее, согнутый, да? Ну, держит. Ну, а что там? Бодрая, говорите? Да.
В родной краске сказали. Настоящий, просто 70 по полотану. А пневма работает, ошибок никаких нет. Ну, то есть работает машина все абсолютно. Перевода работает пневма, да? Вообще все полностью работает. Ну давай покажем, что там в салоне. Посидеть ты не хочешь? На себя примерить сможешь ты, не сможешь? Ой, какая кожа у меня, Саша очень сильно это все любит. Красота! А сзади прям полноценных три сиденья. Красавец. Большущие, огромные. Когда я сяду? Давай, попробуй. Ты, наверное, будешь себя маленькой-прималенькой чувствовать в такой огромной машине. Здесь я головой не бьюсь. Да? Это уже хорошо. Видите, какая лавочка классная. Здесь я головой не бьюсь. Вчера-то я села и его била. Вот, Олег. Оп. Здесь вторая печка, наверное, кондиционер. Всякие. Только он как-то задрал. А, сейчас. Давай. Хорошо. Красота так-то, конечно, такой представительский класс, да? И как бабушка у нас говорит, колеса-то смотри какие. Мама у нас решила на себя примерить. Амортизаторы задние. Сейчас можно отпустить. В минус они... Не держишь? Да. А в плюс работаю. Давай я подержу. Хочешь, посмотри. Ну что, ну и как у багажника? Да, большой. Большой, полка съемная, естественно. Сиденье, если разобрать, наверное, будет трехспальная кровать, да? Нет. Бабушка сразу кричит. Да, я держу. А ты думаешь, все хорошо, да? Шторочки еще есть родные, круто. Вот мы все хотели, да, на все автомобили. Отделочка, конечно, такая. Тонировка же проблема. Комплектация хорошая, видишь, степень. Угу. Volkswagen Center, да где угодно. Да, ну это же Volkswagen, это урод, по факту. Да? Только название Porsche Cayenne. На солнышке сегодня прям вообще классно. Как весной все тает. Тепло. А сегодня у нас что, 9 декабря? И прицеп, видите, уже есть под моторную лодку или под что-то перевозить. Саша говорит, эмблему сними. Самое главное в этой авто. Да? Ну что, как вам? Это мы бабушке хотим взять. Она у нас мелкая, чтобы она себя чувствовала уверенно. Мы пока еще уверенно, не говорим, да? Сколько там лошадиных сил. Это точно. Ну, визуально где-то около 450. Да? 4,5 литра тут, да. Не знаю, немного. Сколько. А, немного. А что, зато, знаешь, чуть-чуть много? На педальку вот так вот ножкой надавил, и бух, уже. В соседнем автомобиле. Да, да. Ну вот, теперь перешли, заводим Porsche. Кстати, сказали, что на обслуживание берет Volkswagen, да? Ну это Touareg. Что у них даже запчасти многие подходят. А тут рядышком мы уже заметили, что вот стоит Марс, 235 лошадиных сил, год еще не запомнила, это бензиновый двигатель, стоит 800 тысяч. Потом его будем смотреть. Саша тоже решил посидеть, представить себя. Смотри, Алькантара уже замша, короче говоря, родная. Не Алькантара, а как замша. Слушай, здесь сиденья какие-то совсем другие, чем у нас в Финике. Да? Да. По, скажем так, по ощущениям, поплотнее кожа такая, потверже. Слушайте, а здесь же получается пневмоподвеска, она на нейтрале, да? Переключается. Подвеска сейчас работает, да, пневмо. Ну, то еще ее нужно переключать на нейтрале? Нет, нет, нет. Не обязательно, да? То бишь это регулируется? Минус не надо включать, потому что когда застаивается... А, замерзают, да, эти электропривода. Нужно, да, да, чтобы поработал, проехалась, ага, машина. Я поэтому спрашиваю сначала. Вот так тут все работает абсолютно. Так, подождите, клин. Че, ну здесь кнопочка. А, сверху же. Да. Все, я поняла, не туда. И все хочется снять, чтобы потом смотреть? Ну, просто интересно. Интересно, это как открывается, вот как. Вот видишь, как все. И главное, смотри, это шпон же все. Видишь, как сделано? А бабушка у нас уже Мерс осваивает, да? Я уже все, мне нравится. Нравится? Клёвый. Ну, потому что, во-первых, высокий, да? Ну-ка, он поделись высокий впечатлениями. Не знаю,
Тебе удобно? А сколько здесь литров? Ой, классный вообще. Что сколько? Вот здесь сколько литров, не знаешь, Саша, не слышишь? Ну, литров не запомнила я сколько, но я поняла, что она... Ну, наверное. Ну, не 4 же здесь поди. Ну, нет, поменьше. Ну, здесь, наверное, 3-2. Скорее всего, вот, что... Вот бабушки, ну, видите, в кайф. Слушай, вообще... Ну... Сразу дедушка делится впечатлениями. Единственное, что нам сказали, что у этого марсон еще не подготовлен к продаже, поэтому его и не выставили на него ценник. Ну, вот эту вот бирочку не поставили, сколько чего там в нем, какая комплектация, сколько лошадей и так далее. Потому что у него, как нам сказали, что там, какой-то болт закис, что-то в двигателе, короче, надо исправить. Мы поняли. Саш, а Саш, что тут с этим Марсом-то? Что там закисло? Ну это вообще красота. А мать кайфует больше. Я поняла, что закисло, скажи. Да закисло что-то. Что-то закисло, да? Сказали, могут раскиснуть. Сказали, все раскиснут. Все будет работать. До продажи. Ну что, делитесь впечатлениями. Классная машина, я на такой бы поездила. Ну, пока еще она у них не в продаже, я так поняла. Немножко не подготовлена к продаже. Машина вообще классная. Прямо там. Просто... Зато ты посидела, поняла, что тебе такого класса нравится, да? Да? Красота, вот это моя машина. Я вчера садилась в машину, голову два раза разбила. В две машины садилась головой, а здесь села, все хорошо. Короче, несмотря на то, что бабушка у нас маленького роста, она хочет себе такую машину уверенную, чтобы ехать. Потому что я садилась в машину и головой два раза стукнулась. В одну машину залазит. Ну, это американец, американцы любят большие машины. А здесь я села, прям вообще красота. Вот эта машина. Да, мы, конечно, хотим прокомментировать немножко. Ну, самое главное, мы хотели бабушке показать, чтобы она посидела в какой-нибудь машине и сделала какие-то выводы, поскольку они привыкли ездить на японцах, особенно с правым рулем после Владивостока. Вот, ну, конечно, ML-ка им понравилась. Конечно, такие машины, как Porsche Cayenne, для приморцев это не страшно, в плане того, что налоги. Вот, но... Но будешь работать на машину, на бензин, короче, да? Да нет, даже дело не в бензине, а в том, что там, представляешь, как тебе сказать, вот был бы там 2 GZ нарядный, да, то там куча всякой фигни, не знаю, он весь... Ну да. Слышал, как он работает? И вот, смотри. Ну, понятно. Это что просто я... мурчит. Ничего просто нету, мурчит, никаких, да, турбин, нифига. А тут как-то немножко, да, звонко и громко, и... Как хочешь, непонятно, так и едь. Да. Сломался мотор, пошел, купил новый, прислали тебе 60 пробега, и все, Вася косой. У нас просто, да, беда в том, что мама не совсем представляет, какую бы она машину хотела, поэтому мы ей предлагаем посидеть, померить под себя. Да, просто хотя бы посмотреть, а то они все привыкли к японцам. Говорит, мы Нади купим и все, и будем ездить. Конечно, X-Trail. А вот, кстати, Паджеро сейчас. Я вижу, но этот танк вообще... Ну, а ты как на нем будешь ездить, не знаю. Ладно, что-нибудь мы сейчас... Ладно, не знаю, если что-то сейчас найдем, еще вам покажем. Если нет, то позже. Слушайте, ну приехали мы еще одну машину смотреть, но ее тоже продали. Сейчас, конечно, период такой, что потихоньку машины-то покупаются, поскольку мы вчера были на, как он, Kia же, да, стоянку-то? Атакар. Вот Атакар. Да. Вот, ну там, говорит, 3 числа, говорит, что творилось, типа у них приехали, там практически весь, всю стоянку купили. А да? Может быть, это так же, как риэлторы? Или мы еще раз заедем, продажи посмотрим каждый день, не знаю. Вот Атакар. Мы же допишем потом? Ну, давай допишем. Слушайте, ну если вам, мы вот честно затронули эту тему, если вам интересно, то можем поездить, поснимать. Да. Все равно же смотрим. Вы можете сами даже, да, посмотреть, если что-то кому-то интересно, то мы по пути можем помочь вам. Я не знаю, там... Мы, конечно, не то, что прям специалисты, потому что здесь-то по-другому выбирают авто. Мы-то себе машины всегда смотрим без металлоискателя. Да? Но мы стараемся все равно с рук. Мы, наверное, ни одну со стоянки не брали. Да, в Москве частенько со стоянки берешь, но попадаешь. А вообще я, Саша, предлагаю рассказать, на другие проблемы, рассказать эту тему. Все-таки был у нас однажды, давным-давно, такая стоянка по продаже автомобилей Гагарин. Да. Расскажи эту Автоцентр историю. Автоцентр Гагарин. А Автоцентр что? Гагарин существовал как много лет, он был известный. Люди набирал сдавали туда много машины. Людей, да. Ну, один прекрасный момент, просто они решили заработать денег и распродались
по полцены дорогие машины. Причем хозяева этих автомобилей не знали, что их автомобиль продали. То бишь, некоторые рассказывали такие случаи, что типа, говорит, о, говорит, это, говорит, моя машина. Подошел разговаривать, типа, да вчера купил, а за сколько? А он купил в два раза дешевле, чем тот ему предлагал. Да, и да. Люди начинали звонить на этот автоцентр Гагарин. Да, действительно, купили, но пока денег в кассе нет, они пока приходуются, типа, ну и через день мы вам позвоним, типа, заберете, приедете деньги. Угу. Ну и все, потом прекрасный момент, люди начали обращаться, а просто их нету уже никого. Организации не существует. И как бы там ни машин, ни денег. Прокуратура их брала, там как бы какие-то дела всякие, но ни к чему, конечно, эти дела не привели. Это было, кстати, не так давно, года три назад, да? Да. Года три назад. Ну, если кто-то интересуется, есть ли рынок, например, по продаже автомобилей, ну, типа, как Зеленка во Владивостоке или... Авторынок Борисов. Есть, да, но там он достаточно маленький. Ну, как достаточно маленький? Ну, маленький. Все равно люди ездят, выбирают. В основном все-таки, наверное, это из рук в руки, да? Какие из рук руки? Авито. Я имею в виду Авито. Из рук руки. Я имею в виду частное. От частника к частнику. Да, частник вот к частнику. Ну, ладно. Ну, а так, по идее, можно найти здесь автомобиль, который действительно привозился с Европы или привозился с Москвы, ну, по если крайней искать. Мере, после дилерского центра какого-то там. Я имею в виду сновья. Все зависит, конечно, от суммы. И сейчас, конечно, все машины подорожали в среднем там 1200 на 300. И здесь также. Поэтому, если вам будет эта тема интересна, пишите в комментариях, и мы попробуем что-нибудь продолжить еще поснимать. Да, а сейчас всем пока, всем добра. Всем добра. Thank you.